Доброе утро. Доброе утро. Как спалось тебе? Хорошо. Чё, у нас сегодня дождь. Да. Если можно, кнопкой. Где ключик? Вот. Зачем ключик? Это секретный этаж. А, ключиком, чтобы не закрывались двери. Ты пришел, вот так, чик, и двери не закрываются. А здесь надо держать. Так, конференц-зал у нас. Доброе утро. Меня помните. Спасибо. Туда. 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 Нет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. 5039. 5039. Спасибо. Алексей, еще раз привет. Слушай, давай сделаем так. Ты сформулируй вот в приложении, как ты это видишь, и отправь мне. Лучше будет так, а я тогда исправлю. Потому что у меня, честно говоря, сейчас ты только освободилась со встречи, у меня не очень много времени, я смогу только вечером подправить. Давай ты свое видение или свои формулировки пришлешь. Yes. И фонтан. Фотки. Льет дождь. Наверх ничего не видно. Вниз ничего не видно. Ребят, я вам скажу, будет стимул быстрее спуститься. И пойти в баню. Нет, давайте здесь стекло. Скизиловый. Вот он. А вот центр хаски. Юля, давай глазки. Юля, давай глазки. Телефон. Что это тут? Какой телефон? Так, вываливаемся. Ага, это у нас, что у нас, 1200. Пойдемте туда. Сугроб, нам туда, мне кажется. А что ты хочешь увидеть? За 200 рублей. А что ты хочешь увидеть за 200 рублей? То же, что и здесь вот сейчас? Да. Так, что? 1460. Снег. 960. Дождь. Едем на 2200. Наша карета, которая сейчас превратится в тыкву. А, наоборот. Стой! Давай.
А видите, это противоловинное, вот это вот внизу, то, чтобы лавина не сходила. Да, я думаю, она их снесет, как нечего делать. Нет, они просто изначально держат. Не, она их держит, но она разбивает просто вот эту мощь лавины. А вот здесь вот, вот это вот по такой вот фигне я шла тогда. Лавину тут тогда, чтобы... Капец, Лёня! Я сейчас все это заберу. Я предлагаю зайти в ресторан. Да? Глинтвинчик. 2200, пожалуйста. Давай, 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 давай. Хо-хо-хо-хо! Вот это да! Из лета в зиму. Соскучились, ребятки? Минус один. Ух. Так, спустились с самой вершины, сейчас катаемся вон туда, восточный лес, 1000 метров. Так. А потом она вон там пойдет, а потом они скажут поехали туда, блин. Она вон, видишь, еще выше? Да. Вон туда. Так, панорамка у нас. О, так, чуть-чуть мы попарились, поплавали, да? И у нас, внимание, распогодилось и солнышко. Засияло, все покатилось, вот это горы, как горы. Час назад еще было вон там. Что, наверх не поднялись? Давай. Давай концерт, Матвей. Давай танцы. Давайте танцы с собакой. Матюк, давай танцы. Ну ты чё? Я знаю танцы. Зафиналим мы этот день на площадочке. Вот здесь вот, возле Фортиярда. Матюха у нас на селе. Сейчас полазит и покатим себе туда наверх. Второй раз у нас не получилось подняться, потому что всего один подъем предполагает тот QR-код, который мы купили за 6000 на четверых семейный. В общем, тут, конечно, сервис похрамывает. В целом все очень красиво. Давай, 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 нет там ничего. Да нету там ничего. Меня жуют. Меня жуют, я не вкусный. Фу, ты не вкусный. Пойдемте.
что на этой не едут? Давайте на. Поехали. Вот здесь вот. Вон здесь. Давай. А что на этой не поехали? Не знаю. Я хотел с тобой еще. Странные люди. Что сюда попали? Какая разница? А, тут велики. А что вот это? Это крепление для велосипеда. Это что? Да. А